Весна пришла, потеплело, хозяйки потянулись мыть окна и стирать шторы. И это прекрасно. Сейчас мы дадим несколько советов, чтобы этот процесс был не только приятным, но еще и максимально эффективным. Итак, мыть окна и стирать шторы нужно один раз в 3-4 месяца. Это в обычных условиях, а вот если живете в крупном мегаполисе, да еще окна выходят на шумную магистраль, возможно, этот период придется сократить. Шторы на кухне тоже лучше чистить почаще, ведь на них собираются запахи, садится пыль и жир. От этого они теряют цвет и желтеют. Своевременная стирка поможет продлить им жизнь. Можно сдавать шторы в химчистку. Особенно если они эксклюзивны из дорогих натуральных материалов, не рискуйте стирать их самостоятельно. А все остальное можно попробовать. Раньше не рекомендовалось стирать шторы в машинке. Но современные технологии, моющие средства и щадящие режимы не нанесут ткани вреда. Главное правильно все это подобрать. Прежде чем начать стирку штор, тщательно вытряхните из них пыль и уберите все съемные детали – крючки, зажимы, направляющие. Замочите в чистой воде или добавьте в нее обычную соль по 1 столовой ложке на каждый литр. Для машинной стирки нужно выбирать деликатный режим. Сильно тереть, мять, кипятить категорически нельзя. Самые капризные – тюль, органза. Их можно замочить в холодной воде несколько раз, а потом простирать руками при 30 градусах. Если решили постирать шторы в машинке, приобретите специальный сетчатый мешок. Он сохранит цвет и фактуру нежной ткани. После стирки шторы надо очень хорошо выполоскать. Если на ткани останутся следы порошка, то она может выгорать на солнце. Портьеры нужно тщательно отгладить, на окне они будут смотреться аккуратнее. А вот тюль гладить не обязательно. Можно повесить его на место слегка влажным. Под собственным весом шторы и разгладятся. Окна к этому времени уже должны сиять. Не зря говорят, что именно с них в доме начинается чистота. Справиться с этой задачей нам отлично помогло средство для чистки стекол и зеркал с антизапотевающим эффектом серии Дом Фаберлик. Эффективная формула средства универсальна для очищения любых стеклянных, зеркальных и пластиковых поверхностей. Эффективно очищает и придает блеск, обеспечивает защиту от повторных загрязнений. А еще оно биоразлагаемо. Те, кому не безразлична экология, понимают, как это важно. Использовать средства для чистки стекол и зеркал элементарно. Повернуть насадку распылителя в положение спрей. Равномерно распылить средство с расстояния 15-25 см на очищаемую поверхность, не дожидаясь высыхания. Тщательно очистить поверхность тканью или специальной салфеткой. Еще один секрет сегодня. При использовании вот таких специальных салфеток из микрофибры, тоже от компании Faberlic, ими окна отмываются даже без использования химических средств. Минутное дело для образцового дома. Даже насухо не надо вытирать. Не оставляет ни разводов, ни ворсинок. Смотрите, чистота!